Сегодня у нас 16 сентября 2019 год. Вот мы с Игнатьевым решили невод свернуть. И тут наши кошечки разыграли все. Он белый, рыжий, Паля. Смотри, проеденные две дыры, лежала на полу. Мыши проели. Вот она какая. Как же так? Да может они уже были. А? Может мы их не видели просто. Ну, может и не видели. Ну. Ну-ка подожди, я сейчас попробую развернуть вот эту вот. Надо снова развернуть. Ну, мешается мне. О, о, разыгрались. Покажи, какая длина. Сколько мышей там? Шарик, шарик. Тут рыба уйдет. Вот смотри какие. Ой-ой-ой. Уходи отсюда. Вот он, смотри, не вылазит. А ну-ка дай, привяжи шарика сюда. А может быть они отойдут тогда. Вот видишь, что делают. Под сеткой. Сейчас шарика приведут, попробуют. Сегодня батюшкина собака зашла сюда, наверное, шарика свалила и давай загрызать. Ну что? Они его ни грамма не боятся. А ну-ка подведи туда к этому, к белому. Кота угробим там. Шарики как? Не-не, он запутается сейчас. Надо... Запутался, никак не уходит, главное. Надо работать, не дает. Надо его вытащить. Давай-ка сюда. Белый, вот. Белый. Белый, иди сюда. Белый, вылазь оттуда, вылазь. Вот это да. Ой, ой. Ну все, привязывай, разогнали их. Не дают нам свернуть невод. Вот он как. Герой. Ой, он забыл, что утром-то была невеста. Ты чуть не задушила его. Ну она что, большая. Привяжи его где-нибудь, чтобы он их не пропускал сюда. А ты вот этот гвоздь-то поверни кверху, вот так вот. А теперь засыпи, может быть, не оторвет. Все. Вон они, кошки, куда разогнал. Давай выравнивать. С двух сторон. На зиму надо собирать. Чинить это весной уже будем. На нас напали нынче браконьеры, а сейчас разобрались, а только лишь бы не было соединения с обью, там, с другими источниками, гидроресурсами. А остальное наше мы сами устроили. Фактически я 4 года подряд занимался этим, да до этого 2 года, по 2 бульдозера нанимал. Один бульдозер только привезти, увезти 50 тысяч стоит. То есть практически я заложил больше миллиона сюда. Рублей. Вот так. Натягивай туда. Вот, теперь надо еще вдвое. Вот видишь, как здесь хорошо. А там бы у нас не получилось. Соседка в городе, там стены строителей. Закрывают. Все, тут. Ну вот, теперь там. Вторую сторону. Давай. Неси. Прямо палки рядом ложи. Палки подальше маленько. Еще. Прям рядом-рядом палки ложи.
Палки должны быть рядом, за них мы подцепим. Трава. 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 Не должно быть травы. Давай я возьму тут за этот конец. Вот у нас сегодня 16 сентября, престольный праздник. Служил владыка митрополит Сергий Барнаульский Алтайский Иванников. Праздничное очень настроение. Служба была прекрасная. Небо, говорит, на земле. Вот так. Ну вот теперь что, еще один раз повернуть? Ну, да. Так, теперь с той стороны. Давай. Вот так. А, если... ну, а теперь мотню подтягивай. А если вот этого раскрыть, а мотню вовнутрь, а это сверху прикрыть? Что сделать? Вот это вот так раскрыть одну, мотню туда, эту сверху так, и она будет... Ну давай. Будет, более лучше будет. Ну, все. Все вот так. Мотня длинная. Ну а теперь что, веревочки подвешивать. Если мышки попадут сюда, то это беда. И сгрызут наш невод. Все? Все на этом. А Паля вплотную подошла к нему. Паля, но головкой крутит, как она. Болящая, как мы ее любим. Он рыжий, возвращается. Вот кому нужны кошки? Рыжий возвращается он. Это кошка, кот? Кот. Кот. Разбойник какой. Дальше, как он сиганул, он туда на крышу, так по углу. Вот по углу вот этого дома, с, так сказать, веранды, и залетел на шифер. Как он сумел, так не знаю. Он даже не глядит на него. Шарик вообще миролюбивый. Паленька пришла, а Паля хорошая. Ну-ка я ее поглажу. Держи. Что-то звонит кто-то. Не разговаривай. Говори. Да. Ну, мы помнили, молились о нем. Мы молились о нем. Отец Игнатий, минуточку, как ему объяснить? Он все время любит ездить на чужих машинах. Сколько я ему не говорю, он не твое дело, и все. Любит ездить на чужую машину и кататься. Не знаю, не могу сказать, не могу сказать. Это дело, ну, человек сам избирает этот путь. Я на чужой машине никогда не сяду. Никогда. Да, не надо ничего говорить, потому что он муж. Я на велосипед, на чужой даже, и то боюсь садиться. Потому что отвечать придется. На чужую лошадь никогда не садился. А зачем? Отец Игнатий, я вас обнимаю. Спасибо вам большое. Он завтра как прилетит, я скажу, чтобы позвонил вам. Хорошо, с Богом. Все, Анна, с Богом. Спасибо. С Москвы. Муж Иван куда-то поехал. Тут не разобьется мягко. В Тюмень, кажется, и просили помолиться. Только начал молиться, звонят опять. А мы вам 1000 рублей перевели. Я говорю, зачем? И уже не один раз. Незнакомые, не встречались. Нет, мы вас знаем. Ну, Паля, сейчас, подожди, подожди. Подожди, Паля моя хорошая. Да она сидит, ждет. Паля моя хорошая. Замечательная. Но... хорошая пара. Вот, зашипела. Да. Слушай, да, не любят тебя кошки, да? Да. Ротик раскрыла, да. Ротовенький. Ну. Вот он какой. О. Ну что такое? Все. Подожди, я. Палю мне надо еще. У него надо этих клещей поискать еще. Ну-ка подожди. Говорят, клещей у тебя много. Да, обычно вот в этом районе у него, в районе головы и шеи, вот тут у него. И говорят, новый на шейник ему надо.
Ну, два ошейника. Как ты ошейники торвешь, непонятно, а? Оскалился-то. А? Шари. Нету, не нашел ни одного. Да. Плохо ищу. Надо искать уметь. Ну все, пошли, давай все на этом. Угу. Закрывай. Сейчас веревочкой привязываем его, поднимаем. И все. Слава Богу за все. Аллилуйя.